Мы приехали на территорию Сочи парк. Олимпийские объекты. Перед нами знаменитая стела, где зажигался, а впоследствии был потушен олимпийский огонь Олимпиады в Сочи 2014 года. Здесь центральная площадь. Со всех сторон олимпийские объекты. Стадионы, где проходили игры. На подштоках висело 117 флагов стран-участниц Олимпийских игр и Параолимпийских игр. Вот такая панорама Сочи парка. Перед нами стела, где зажигался олимпийский огонь. Позади стадион Фишт с раздвижной крышей. В данный момент крыши уже нет, она демонтирована. Такая сейчас круговая панорама центральной площади Олимпийского Сочи парка. Вид 360 градусов. На флагштоках флаги стран-участниц. Параолимпийских игр в Сочи в 2014 году. Теперь мы находимся на колесе обозрения Сочи парк. Закрытая кабинка, но есть возможность смотреть в открытое окошечко. Вот такая панорама открывается Сочи парка. По мере возможности постараюсь показать. Поднимаемся примерно на высоту 50 метров. Открывается вид на стадион Фишт, там на горизонте стела Лебедь, где зажигался олимпийский огонь, также вдали виднеется.
такая открывается панорама с колеса обозрения в Сочи парке. Вот Маринка, помаши ручкой. Привет, привет! Привет из волшебного Сочи. Олимпийского Сочи в данном случае. И вот такая у нас панорама через стекло. Небольшая облачность. Вот такой интересный четырехзвездочный отель теперь. Да, напоминает богатыря. Диснейленд он напоминает. Ну, Диснейленд. Ну, ладно. Дисней так Дисней. Ленд так Ленд. Такой замечательный вид. Сочи парк с колеса обозрения. Опустим камеру вниз. И скоро мы начнем движение вниз.